Дорогие друзья, всем Маткульт привет с Байкала, из Больших Котов, с нашей дачи. Вот тут ко мне тут забрел, но не заблудился, а целенаправленно забрел мой друг Саня Жилинский, который каждый год, год от года, уже много лет подряд, больше 10, проводит Байкал Лайв. Это самый лучший фестиваль на свете, музыкальный, на котором я сам, вот мы с женой, были раз, наверное, 6. К ужасному сожалению, в этом году мы не доезжаем, о чем страшно сожалеем. У тебя другой график. Да, в этом году график не сошелся. Но я хочу всех зазвать. Вот в следующем году мы надеемся, что мы попадем. Но на этот год, тем не менее, я хочу всех зазвать, потому что кроме музыкальной, творческой части, будет такая часть... Так называемый науч-поп. Вот. В общем, будут наши друзья. Прекрасные друзья, очень хорошие ученые. Александр Филатов. Мой друг, коллега. Соавтор книги. Да, книги «Занимательная экономика». Он будет про нее, наверное, рассказывать, что-нибудь вокруг. Конечно, то, что вы создали. И будущие книги еще будут там, он, наверное, про них тоже расскажет. Потом будет наш общий друг, коллега из вышки, из питерской вышки, Игнатий Телихов. У него тоже будет лекция по экономике. И у Дзюбы, ну, кто не знает Дзюбу. Дзюбу знает Сережа все. Дзюба, да, наш. Да, все. Вот. Так вот, Серега будет тоже читать с интергующим названием. Да. Почему происходит то, что происходит? Отличная, так сказать, да. Вот, короче, вы узнаете, почему еще, все это происходит еще на свете. Его будет тезка его Сережа Язев с компании. Ну, это астроном же великий, это понятно. Да. Вы, наверное, увидите звезды с огромным приближением. Будет телескоп, обязательно, да. Вот. Так что вот эти замечательные люди будут, плюс музыканты будут. Замечательный звук Миша Башаков. Друзья, смотрите. Да, будет 25, 26, 27 августа. В общем, Миша Башаков, я, кстати, призываю всех посмотреть наше с ним прекрасное вышедшее, значит, интервью на моем канале «Маткульт, привет!». И с ним, и с Пашей Фахрутдиновым есть, и с Олегом Медведем. Короче, хорошенько подготовьтесь к Байкал Лайв, посмотрите это все. До встречи на Байкале, до встречи на фестивале. И приезжайте туда, всех туда, прям благословляю. Маткульт, пока. Счастливо.